в смысле, когда решение приняли, что именно поджигать будете, что... Сказали, чтобы сегодня вечером, чтобы больше сюда никого не было, все. Завтра с утра уже он будет здесь. Азербайджан, жить. Ну хрен с ним, пускай переживут, если сможет. Зачем наш Путин так отпустился? Прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше 4000 человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат. Thank you.